Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор яблочного пава 50 грамм. Мир фруктов и производимых из них косметических и моющих препаратов поражает своим разнообразием. Приятным дополнением и открытием является также яблочный пав. Дарит нежные тактильные ощущения, мягкая, густая и кремообразная пена устойчивого характера. Незаменимый агент вспенивания. При попадании в глаза и на слизистые оболочки не оказывают раздражающего эффекта. Не нарушает защитный наружный слой кожных покровов. Экологически безвреден. Отличные качественные характеристики открывают для яблочного пава широкие возможности применения. И геля для душа, геля для лица, шампуни мягкого действия, детский шампунь, влажные салфетки для макияжа. Приготовьте свое собственное моющее средство, которое деликатно очистит и смягчит вашу кожу и кожу ваших родных и близких. Создайте себе яблочное настроение и насладитесь долгоиграющей сливочной кремообразной пеной, которая не исчезнет раньше, чем вы окунетесь в благоухающую ванну. Вот такой удобной бутылочке мы отправляем яблочный пав нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!